Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. В последней серии мы убили ведьму Астраю. Натурально убили. Не то, что победили, как можно в предыдущих сериях говорить, типа, с предыдущими бойцами. Просто хладнокровно убили сидящую девушку, которая просила нас уйти, умоляла. Сначала убили перед этим ее любимого человека, защитника, рыцаря Гарла. Это, представляете, очень круто. И после этого я перестал любить эту игру, раз она заставляет меня в принудительном порядке делать такие непростые вещи, то мой ей не зачет. Игра есть игра, поэтому, ладно, не будем заморачиваться. Поп-коп такой. У нас новый щит. И у нас новое кольцо, кстати говоря. Так, сейчас мы... Посмотрим на свои обновки. Что он дает? О, у него против всего 100% защита. Офигеть. Это лучший щит пока что из тех, что я его... Еще и парировать, наверное, может. Но вообще просто шик. Блин, это Dark Silver. Специально для Black Silver. Так, давайте тогда рыцарский щит уберем. Он нам верой и правдой служил много серий, но пришла пора с ним прощаться. Теперь, по оружию нам ничего не давали, по кольцам нам давали вместо клинринга. Давайте посмотрим, что нам за кольцо дали. А вот она. Повышает силу чудес, это значит для мага, понятно. Так, сюда мы поставим регенератор. А, без регенератора я не... Вернее, без силы Геркулеса я не потяну и эту броню. Что-то у меня персонаж достаточно слабый, оказывается. Хотя я силу качал. И выносливость, и жизнь, и... То есть все, что нужно для переноски тяжестей. Ну ладно, хотя бы с этим кольцом. Клинринг пока, короче говоря, сменим на регенератор. И пойдем в 4-2. Я не думаю, что там что-то изменилось, и нам будет полегче. Я думаю, будет все так же сложно. С этим миром мы покончили. Со вторым миром мы покончили. В третьем мире нам осталось только добраться до последнего босса, что пока что довольно сложно. Здесь у нас остался мир 4-2. Но вот этот 4-2 местный, он какой-то до невозможности сложный. По крайней мере, когда я последний раз его навещал, он был таким. Сейчас, возможно, будет получше, но эти скаты, которые здесь, они просто, натурально разбирают меня. Я в них попасть не мог. Они в меня всегда попадали. Теперь у меня, правда, длинный лук. И броня гораздо лучше той, что была. Не знаю, посмотрим. Давненько этот не был. Это 5-я серия за сегодня, которую я записываю, поэтому я могу быть уставший и ошибаться. Сейчас у меня опять телесная форма. Меня это печалит. Так, может мне на 16 тысяч купить себе травы? Хотя, в принципе, и так хватает. Грохот такой, что она услышала. Аккуратно. Вот тут можно качаться. Сейчас я вам покажу местного паренька одного, которого мне сказали, что там около него лук хороший лежит. Я лука никакого около него не нашел, возможно, это ошибка. Но сам этот паренек мне очень понравился. Спасибо, что показали это место. Он такой крутой, он меня с одного удара валил. И сейчас, наверное, будет так же. Теперь не с одного, теперь с двух, наверное. Но вот это натурально самый сильный пока что моб из тех, что я видел. Круто. Круто. В туннеле с тобой будет особенно интересно драться. Надо было там тебя закрутить. Тут хотя бы скаты не будут тебя стрелять. Круто. А я в него видел, сколько жизни отнял.
Давай, вылетай сюда. Застрял, что ли? Ой, круто. Да, дружок. Умеешь порадовать. Нравится? Тоже могу тебе кое-чем ответить. Нравится? Тупица. Да, но только если вот так вот его с помощью окружения убивать. Потому что, честно, в бою он меня рвет. Он и сильнее, и жизни у него больше. Полный набор, короче говоря. Блин, не успел. Ну и где ваш лук? Остатки души. Оно явно того не стоило. Давайте посмотрим, продемонстрирую вам. Заходим сюда. Тут говорят, лучший лук в игре. И чё? И где он? Пока что я вижу тут только вот эти вот... как их там? БДС. Как переводятся они? Плохая жопа. С ними будет такой же головняк. Короче говоря, вот такие дела. Где тут у нас может быть лук? Я так и не понял. По крайней мере, у меня крутая броня. Она мне нравится. Туда наверх я тоже ходил. Там тоже лука не было. Там я взял... короче, какую-то ненужную вещь я взял. Самые большие проблемы доставляет здесь именно вот эта вот небольшая дорожка к следующему помещению. Она натурально очень сложная. Допустим, ты иди сюда, катишься. Прикатился. Мы тебе вот так. Ты нам вот так, а мы тебе вот так. Вот так. Готов. Так, ну по крайней мере они перестали по пол жизни отнимать своими этими. Сейчас на нас агрится второй, улетает в пропасть. Я тут уже 100 раз пытался. Давай, ушел. Так, теперь ты. В принципе, гораздо полегче в этот раз все проходит. Сейчас прилетит, смотри. Но я им в ответ ничего послать не могу. У меня просто слишком медленно стрелы летают. А вот так вот целиться, ты еще больше запаришься. Видите? Поэтому все, что остается, это просто плевать на них. И расстреливать этих. Вот эти меня раньше... Как раньше? Уровня 4 назад. Правильно, ваншотили. Сейчас им 1.5 удара потребуется, чтобы меня убить. А, 1 удара не хватает для смерти. Нет, в этот раз мне будет гораздо проще тут жить. Я уже достаточно прокачался, раскачался. Но не говори гоп, как говорится. Давай, иди сюда. Да спокойно ты, блин. Все. Не, несколько уровней решают. Всего-то поднял 4 уровня по сравнению с последним разом. И тут все стало очень даже-таки просто. Так, и входим вместо основной головной боли. Хотя основная головная боль была вон на той тропинке.
Раз мы с ней справились, то и тут нам будет достаточно просто, я так понимаю. Так, тут эти обновленные тени. Достаточно такие неприятные противники. Он что делает? Ну, у нас магическая защита плюс 100, так что... Так что ничего. Бить, правда, придется долго. И оно того явно не стоит. Сейчас он по-новому возродится, потому что... Но качаться неплохо. Уф. Насколько все проще становится. Стоит покачаться маленько. Давай. Успел. Так, аккуратно. Ушел. Надеюсь, он умер там? Да. Хорошо. Кто там? А, там девушка же, подожди. Аккуратно, аккуратно, где-то она тут. Скотина убила меня в прошлый раз, когда я тут был. До свидания. Так, ладно, аккуратно. Самое главное не забывать про них. Черепушки на стенах. Какой бардак. Вот тут меня убили в прошлый раз. Засада натуральная. Как же мне сделать, чтобы... Коты. Так, ну все, хана тебе, дурочка. Месть моя страшна. Жива еще. Да, я не заметил, как основательно я раскачался с момента последнего визита сюда. Тогда это место было полно моей боли, теперь страдают они. Опять вы. Ах, скотина. Ах, скотина. Жив цел. Здесь безопасно. Как сказать, вон чей-то бладстейн лежит. Опасайся не использовать. Короче, быть невнимательным. Будь осторожен, написали. Никакая не секретка? Нет, вроде. Ой-ой-ой, я не заметил, что ты тут. Прости, прости. Виноват. Да, отвяжитесь от меня. Фу, нормально все. Все хорошо. Тихо. Полез туда. Я греб от смерти, понятно. Куда это я? Я думал, мы сейчас в этот зал большой попадем. тысячи уже. Опять души начали набираться просто с бешеной скоростью. На этой локации всегда так было, конечно. А это что за хрень?
Понял. Все понятно. Если вы сюда пойдете, то что? Может, и пойду. А, обход. Ой, улитки там опять эти. Ой. Ну ладно, держу удар. Щит помогает. Защита от магии просто стопроцентная. Это эпик. Ой-ой-ой, упал. Ой-ой-ой. У меня есть опыт борьбы с вами. Ничего страшного. Да хары. Так, ладно, главное, что здесь вода не дает, и как в Плагу и Тауне. Ой, короче, ладно. Что за стики white stuff? Липкая белая хрень, дословно можно перевести. Липкая белая хрень. А, какая пакость. Давай. Давай. Делай. Do it. Тупик спереди. Понятно. Может, там в тупике что есть? Да нет, вроде. Почему-то это мне напоминает то место, где мы практически уже когда добегали до Грейвлорда Нито. Вот там было похоже. Ты можешь призывать здесь. Да что-то не могу, нет никого. Блин, красивая, конечно, броня. Мы, похоже, прошли это место. Не такое уж и сложное оно было. Ну, для меня на данном этапе. Так, ну и пойдем посмотрим. Где-то здесь должна быть смерть. Или босс. Тут же босс будет. Какая смерть? Зашел к боссу и смерть еще. Офигеть. Так, ну а ты кто? Охренеть. Похож на царя Ксеркса из 300 спартанцев чем-то. Ты слепой? Слепой или нет, но ты точно слепой. Видите, да? Старый герой называется этот босс. Я про него вообще в первый раз слышу. Я так понимаю, шуметь не нужно, да? Блин, насколько богата фантазия у разработчиков этой игры. Я их просто обожаю. Тихо, дружок, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Здрасте. Ой, мне хана. Держим удар. Один только. Второй уже нет. У-у-у, ребята. Так, и что с тобой делать тогда?
Спокойно, спокойно, без нервов. Ой-ой-ой, дяденька, отпусти. Ой. Спокойно. Офигеть, убил. Круто. Так, ну теперь, по крайней мере, добраться до него не такая проблема. Фу, ну в телесной форме сюда больше не пойду, потому что это, очевидно, сложный босс. Как его убивать, я пока не понял. Ну, что-то начинает вырисовываться. Я думаю, мне половины жизни хватит. Ну, против... если с ним драться, то он будет меня ваншотить. А вот... до него добежать. Блин, я в этой броне такой громкий, что меня смерть сразу видит. Успели. Ладно, нафиг. Обойдемся без регенератора. Блин, я пока не понял, что с ним делать. Честное слово. Давайте попробуем как-нибудь по-быстрому проходить вот это место, потому что если каждый раз так заморачиваться, то офигеешь, сколько времени потратишь. Раз. Высушил. Да что-то не особо получается по-быстрому-то. О, еще ты сюда скачешь. Полный набор. Да, подвинься ты, елки-палки. Ну да, сейчас меня убьют еще. Блин, кого только не убивало, а вот обычные скелетики мне столько проблем доставляют, это просто офигеть. Ладно, по-быстрому. Иди сюда. Ой, не знаю я, что с этим боссом делать. И к нему еще так долго бежать каждый раз. Ой, блин, похоже, новый головняк у меня. Ладно. У них проблема то, что твой удар не отменяет его ударов. То есть анимация не прерывается. Из-за этого достаточно много неприятностей. Иди сюда. Хорошо. Валим по-быстрому сюда. Интересно, я могу как-нибудь напрямик сразу к нему туда вниз спускаться? Потому что, по идее-то, он вон там, внизу. Это уже зал, где будет битва с ним очевидная. Спокойно. Сколько там у меня душ-то было? 40 тысяч? Да пофигу. Или 50 даже. Души тут вообще быстро набираются. Вот я с голой попой прибежал, как говорится. А уже у меня пока что я добежал за 4 минуты где-то. Сколько душ? Так, хорошо. Теперь ты. Да, блин. Так, девочка, давай. Блин, а вокруг меня ходит.
В ней не круто то, что ей бэкстеп не сделаешь. По крайней мере, у меня не получилось ни разу. Хотя вставал вроде наверняка, чтобы получился удар. Так, тут более-менее безопасная прогулка. То есть скелетов золотых никаких нет. Только копии могут прилететь. Так, хорошо. Я думаю, я ее второй раз сейчас огребу. Я вообще не помню, что с ним делать, потому что... Да, блин. Хорош. Да, у блестяшку. Так, ну и что, к нему? Как его убивать? Хрен пойми. Хотя уже самых таких именитых боссов разобрали, так что и с ним разберемся, я думаю. Единственное, но с ним это тайминги. Нужно очень вовремя уворачиваться. По-другому никак. Ой, опять упал. Да что ж такое? Так, улитки свалите, пожалуйста. Не до вас. Я и забыл про эту локацию. Тихо. Аккуратно. Так, я кого-нибудь могу призвать, на самом деле тут нет? Привет. Нет, похоже. А, ну сейчас-то я вообще в душевной форме. В телесной я не хочу больше. Бьют, однако. Сбивают. Погнали. Сейчас по новой катсцену смотреть, похоже, что ли. Здесь есть что-нибудь, я не знаю, какой-нибудь колокол, в который можно было бы стрелять и его оглушать. Почему-то у меня такая фантазия на эту тему разродилась. Рот порванный. Блин, ну страшный, страшный, конечно. Нужно как-то его ударил, после этого потеряться. Хапнул. Он меня видит? Он меня видит. Интересно. Да, блин, я же с ним охренеешь просто. Блин, я его боюсь. Смотрите, сколько я ему стрелами отнял. Он меня услышал? Или он наугад лупанул по мне? Так, печально. У нас завал теперь. Помирать так с музыкой.
Ой, теперь ты пони забьешь? Ты еще и так умеешь. Ладно. Ладно, дорогой. Все хорошо. Нет, я просто не успеваю. Он быстрее меня гораздо. Ну все, хана мне, да? Ну, практически. Здрасте. Ой-ой-ой-ой. Недостаточно силен. Недостаточно. Надо бежать. Все, умер. Блин, это невероятно. Придется под него перерабатывать тактику. Нужно быть очень быстрым. Придется опять переодеваться. Сейчас мне придется идти в Nexus. И на этом прекращать серию. В следующей серии, я думаю, продолжим прямо с того места, где он там находится. Но это будет, я не знаю, когда, через недельку сяду играть. Но тогда это и будет со свежими силами. Сейчас пока у меня ума просто, я ума не приложу, что с ним делать. Ну, в основном, короче, все идеи на скорость. То есть скоростью нужно его убивать. Как бы там ни было, ладно. На этом все, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.